У остановки школа ДСАФ в салоне рейсового автобуса скончался 42-летний приезжий с Украины. Мужчина прибыл в Хабаровск 2 дня назад из Донецкой области. Родину, где сейчас идет вооруженный конфликт, мужчина покинул в поисках работы. На то, что приезжему стало плохо, водителю указали пассажиры. Шофер остановил автобус и вместе с очевидцами принялся оказывать помощь теряющему сознание мужчине. Все попытки привести приезжего в чувство оказались тщетными. Ну, я подъехал к остановке сюда. Мне сказали, водителю, пассажиру плохо. Я дал воды кондуктору. Кондуктор к нему подбежал, там женщина еще была. И мужчина. Мужчина держал голову ему. Женщина говорит, у него руки холодеют. Начала руки оттирать ему. Ну, побрызгали водой, но бесполезно. К приезду врачей скорой помощи мужчина уже не дышал. Гадать о причине смерти медики не стали. Остановка сердца могла быть вызвана множеством факторов. Установить личность пассажира удалось при помощи документов, которые мужчина вез с собой. Единственными контактными лицами в краевом центре оказались потенциальные работодатели мигранта. По прилету в Хабаровск мужчина пришел устраиваться в золотодобывающую компанию на должность электрослесаря. В короткие сроки прошел медицинскую комиссию, которая требовалась для выезда на вахту в Аяномайский район. Удивительно, но врачебное обследование никаких серьезных заболеваний у мужчины не выявило. Точная причина гибели будет установлена после проведения другой экспертизы – посмертной. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Степан Симонов.